Традиционная премия «Пролобачевский 2019» ко Дню российской печати прошла в Нижегородском университете. На нее собрались представители ведущих региональных СМИ, преподаватели, руководство вуза, аспиранты и студенты. Лучших представителей средств массовой информации за вклад в развитие научной журналистики и работы университета наградили премией. В номинации «Лучший видеоматериал» победили наши коллеги из программы «День за днем» Илья Приходько и Оксана Ткаченко. Впервые в истории Нижегородского телевидения в прямом эфире они показали работу 3D-принтера и возможности голосового помощника Алиса. И продемонстрировали возможности киберсердца. На самом деле очень приятно, что университет Лобачевского не оставляет в стороне журналистов. Это очень важно, когда есть такие тематические конкурсы, когда каждый журналист может показать свои возможности, да, пригласить людей, которые сейчас находятся на пике активности вот в этой научной сфере, а мы можем обо всем этом рассказать. Ну и сегодняшняя награда подсказывает, что программа «День за днем» на новом Нижегородском телевидении идет правильным курсом. У нас бывают в студии и эксперименты, и с гостями, и с ведущими, поэтому будни 13:30. Смотрите программу «День за днем». С победой, телезрители!